Добрый день, уважаемые коллеги. Да, очень рада возможности сегодня рассказать про инновации, поскольку для меня каждый раз радость, когда я могу рассказать про инновационную технологию, потому что каждая инновация — это возможность для нас, для специалистов, дать нашим пациентам больше. Мы с вами сегодня будем иметь возможность заглянуть в секретные лаборатории Alcon, поскольку, знаете, компания Alcon — это компания, которая, в принципе, сутью этой инновации офтальмологии, лечение глазных заболеваний, офтальмохирургия, контактная коррекция. И сегодня мы с вами заглянем в секретную лабораторию, чтобы узнать, как же происходит открытие новых технологий в контактных линзах. Внимание на экран. На протяжении многих лет ученые Alcon работали над очень сложной задачей – создать самую комфортную линзу плановой замены. И, наконец, однажды... Потрясающе! Позовите директора лаборатории! Гениально! Позовите босса! Невероятно! Водоградиентные линзы? Угу. На месяц ношения? Ага. И их не чувствуешь даже на 30-й день. Блестяще! Очень комфортно. А что это? Непревзойденный комфорт. Это Total 30. О, Total 30. О. Узнайте, почему Total 30 – это настоящая сенсация в сегменте контактных линз плановой замены. Спрашивайте у представителей Alcon. Итак, мы уже анонсировали технологию на конференции «День зрения», и сегодня я рада сказать, что технология уже доступна. Вы можете потрогать, узнать больше на стенде Alcon, и сегодня мы с вами немножечко подробнее погрузимся в технологию. Во-первых, чтобы понять, для чего вообще нужны новые технологии, мы с вами немножко вспомним, что же у нас происходило на рынке за последние годы. Наш рынок – это в основном рынок плановой замены. 57% наших пациентов носят именно линзы плановой замены. Причем, пожалуй, более 90% пациентов – это силикон-гидрогелевые контактные линзы. Силикон-гидрогели появились у нас в ассортименте специалистов оптики еще в прошлом веке, 98-й год. Кстати, даже самые первые материалы до сих пор активно используются в линзах, которые есть у нас на сегодняшний день. Затем, в 2000-е годы появились новые технологии для улучшения свойств силикон-гидрогелевых контактных линз. Это обработка поверхности, добавление увлажнителя в материал, это изменение самого материала. И до сих пор эти линзы используются и в плановой замене, и даже в однодневной. А все, что происходило позже, это было скорее вариации на тему. Новый увлажнитель по-другому добавили, немножко изменили структуру, но... рынку нужны были инновации. Наши пользователи плановой замены, несмотря на все эти технологии, по-прежнему испытывали дискомфорт. Поэтому компания Alcon, решив поработать над проблемой дискомфорта, решила, что здесь нужна новая категория материалов. Линзы из водоградиентного материала. Линзы, которые сочетают в себе технологию дышащего силикон-гидрогеля и геля с высоким содержанием воды, не содержащего силикона. И до сих пор эти линзы были доступны только в сегменте однодневных контактных линз. Я думаю, что многие специалисты уже оценили тот уровень комфорта, который линзы могут дать нашим пациентам. А сегодня эта технология станет доступна и тем, кто пользуется линзами плановой замены. Еще раз напомню, что таких пациентов у нас в России почти 60%. Итак, новая категория материалов. Материалы под названием водоградиентные. Что же это такое? Линзы Total 30 представляют эту технологию в сегменте плановой замены, причем и в сфере, и в торике. Да, мы одновременно даем возможность и пациентам с миопией, гиперметропией, и пациентам с астигматизмом получить все преимущества новой технологии материалов. Итак, что же это такое? Я думаю, что вам уже знакомы технологии Dailies Total One. Это дышащий силикон-гидрогелевый материал, поверхность которого покрыта слоем очень мягкого гидрофильного геля, влагосодержание которого достигает 99,6%. Да, с этой технологией такое влагосодержание становится возможным. Технология линз Total 30.
имеет очень схожие свойства. И для того, чтобы вот эта очень мягкая, нежная поверхность могла сохранить свои свойства на протяжении целых 30 дней ношения, компании пришлось очень сильно поработать. Итак, новый материал. Новый материал под названием Лефилкон А. Это материал, который имеет водоградиентную технологию, поверхность, состоящую из геля, содержащего почти 100% влаги. А сохранить свойства поверхности помогает особая технология под названием Selligent. Это биомиметическая технология. Что значит биомиметическая? Технология, которая повторяет свойства глазной поверхности. Именно вот это повторение свойств и структуры глазной поверхности позволяет линзам сохранить свои свойства на протяжении целых 30 дней ношения. Немножко подробнее. Мы говорим про свойства поверхности. Когда мы говорим про контактные линзы, мы понимаем, что линза контактирует с поверхностью глаза, поверхностью роговицы и поверхностью конъюнктивы век. И поверхность нашего глаза покрыта слоем муцина или гликокаликсом. Если мы с вами посмотрим на структуру глазной поверхности, это очень красивая структура. Вот сейчас на видео вы увидите, как устроен эпителий роговицы. Вот это клетки эпителия, микроворсинки и нити связанного муцина или гликокаликс. Он формирует гелеобразный защитный слой, который покрывает всю поверхность нашего глаза. И посмотрите, насколько точно поверхность контактных линз Total 30 повторяет свойства глазной поверхности. Поверхность линзы покрыта нановолокнами из особого полимера. Она имеет практически такую же мягкость, как гликокаликс глазной поверхности. Итак, поверхность очень похожая на поверхность глаза человека. Поверхность, которая может восприниматься глазом не как инородное тело, а как нечто свое, очень похожее на структуру поверхности глаза. Поверхность имеет очень интересную структуру. Полимерные нановолокна находятся в постоянном движении. И вот это играет очень большую роль в успехе. Эта поверхность может притягивать и удерживать маленькие молекулы воды, но при этом крупные молекулы загрязнений и бактериальные клетки не могут прикрепиться к поверхности, они отталкиваются током слезы. Давайте с вами посмотрим, как же устроены контактные линзы в следующем небольшом видео. Пришло время изменить представление о линзах плановой замены. Встречайте Total 30. Первые и единственные водоградиентные контактные линзы ежемесячной замены, которые не чувствуешь даже на 30-й день. Настоящий прорыв в категории линз плановой замены, основанный на инновационной технологии водоградиентных контактных линз Dailies Total One. Материал внутри линзы содержит 55% воды и обеспечивает высокую кислородную проницаемость. Поверхность линзы – это слой ультрамягкого геля, почти на 100% состоящего из воды. Именно поэтому линзы комфортны и не чувствуются на глазах. Что позволяет линзам Total 30 сохранять это ощущение весь месяц? Биомиметическая технология Selligent имитирует строение эпителия роговицы. Материал линзы повторяет свойства глазной поверхности, сохраняя свои свойства даже на 30-й день. Total 30 – это, возможно, самое выдающееся достижение в категории линз плановой замены в истории контактной коррекции. Технология Selligent имитирует гликокаликс – гелеобразный слой на поверхности глаза. Поверхность линзы состоит из полимерных нановолокон, схожих по структуре с эпителиальными клетками роговицы. В результате поверхность линзы по свойствам практически идентична глазной поверхности. Полимерные нановолокна на поверхности линзы избирательно притягивают молекулы воды. Поверхность имеет чистый нейтральный заряд, что позволяет предотвратить прикрепление более крупных липидов и бактерий. Уникальная поверхность Total 30 находится в постоянном движении. Бактерии и липидные загрязнения не могут удержаться на поверхности или проникнуть внутрь, а подвижные нановолокна способствуют удалению загрязнений с током слезы. Водоградиентная поверхность Total 30 обладает высокой прочностью и сохраняет свойства в течение месяца ношения при ежедневной очистке и дезинфекции в растворе. Подарите пациентам радость видеть без дискомфорта с первыми водоградиентными линзами плановой замены Total 30. Линзы, которые не чувствуешь даже на 30-й день. Итак, как же эта поверхность может сохранить свойства целых 30 дней? Секрет в уникальной формуле. В основе поверхности лежит уникальный биополимер, который достаточно давно известен в медицине. Это МФХ, М-фосфорилхолин. Это компонент, который известен тем, что он способен воспроизводить структуру клеточных мембран организма человека.
МФК уже достаточно давно применяется в медицине, но до сих пор он в основном применялся в медицинских изделиях, стентах, имплантах, то есть тех изделиях, которые в течение долгого времени находятся в контакте с тканями человека. И особенность этого полимера в том, что он способен противостоять адгезии клеток и бактерий. Если мы говорим про контактные линзы, в первую очередь нас интересует бактериальная адгезия. Вот пример того, как слой на поверхности, состоящий из МФХ, способен предотвращать адгезию бактериальных клеток. И фосфорилхолин, в принципе, уже в контактной коррекции был применен ранее, но там он внедрялся в состав полимера. А для того, чтобы он в полной мере проявил свои биомиметические свойства, его нужно поместить на поверхность, причем создать на поверхности достаточно высокую концентрацию этого компонента. И с новой технологией это удалось сделать в линзах Total 30. Поверхность линзы покрыта слоем М-фосфорилхолина, который обеспечивает ей биомиметические свойства. Что в итоге? Это поверхность, которая имеет уникальные свойства. Во-первых, в 5 раз мягче, чем обычные силикон-гидрогелевые контактные линзы. Мягкость поверхности практически такая же, как мягкость эпителия роговицы человека. Во-вторых, очень высокая легкость скольжения. Легкость скольжения – это, пожалуй, самый главный фактор, который определяет комфорт при ношении контактных линз. И легкость скольжения новых контактных линз в разы превышает обычные силикон-гидрогелевые контактные линзы. Итак, поверхность с уникальными свойствами. Что же это даст нашему пациенту? 3 ключевых клинических преимущества. Первое – это превосходное удержание влаги. Второе, очень важно для плановой замены, это защита от бактерий. И третье, это защита от всех видов загрязнений. Ну, пожалуй, начнем с удержания влаги. Линзы Total 30 удерживают влагу в 3 раза дольше, чем обычные силикон-гидрогелевые контактные линзы. Вот можем на вот таком видео посмотреть, как происходит исследование. Для того, чтобы линзы поместить в стандартные условия и сравнить именно их способность удерживать влагу, линзы помещают в раствор, имитирующий состав слезы, затем поднимают над поверхностью и с помощью камеры фиксируют тот момент, когда появляется первый гидрофобный участок и как быстро он распространяется по поверхности контактной линзы. Это будет хорошо видно на видео. Участки дегидратации будут иметь такой светлый оттенок. Итак, я сейчас запущу видео, пошел отсчет, мы смотрим на поверхность линзы и ищем первые участки дегидратации. Так вот, первый пошел, 6 секунд продолжалось, 9 секунд, 15 секунд. Смотрим на Total 30, до сих пор поверхность покрыта слоем влаги. И вот только сейчас появился первый участок подсыхания. 27 секунд, практически в разы дольше, чем другие контактные линзы. Момент очень важен для плановой замены. На 90% меньше адгезия бактерий. Почему это важно? Мы знаем, что ношение линз плановой замены связано с несколько более высоким риском микробных осложнений. Особенно, если наши пациенты нарушают рекомендации. А нарушают они их примерно всегда, я бы сказала. И если мы сможем защитить линзы от накопления бактерий, в принципе, это должно дать нам уменьшение риска микробных кератитов. Итак, в этом исследовании линзы были помещены в раствор, содержащий специально меченный флюоресцином штамм псевдомонас аэрогеноза или синегнойной палочки. Светлые участки на поверхности – это участки адгезии бактерий. Силикон-гидрогелевые материалы и новый материал Lefilcon A, линза Total 30. Практически не видно участков адгезии бактерий. Кроме того, недавние исследования показали эффективность материала в предотвращении прикрепления и агрегации акантамебы, что тоже должно быть для нас очень хорошей новостью. Защита от загрязнений. Загрязнение – это дискомфорт. Если мы защитим линзу от загрязнений, мы обеспечим стабильный комфорт на протяжении всего срока ношения контактной линзы. В этом исследовании изучались липидные отложения, которые тоже были подкрашены красителем для лучшей визуализации. Total 30 – практически чистая поверхность. Нет участков флюоресцирующих, которые указывают на наличие загрязнений. Итак, 3 уникальных преимущества. Но есть еще один момент. Линза имеет защиту не только от ультрафиолета, но и от синего света, которому мы все с вами подвержены, поскольку очень любим пользоваться компьютерами и мобильными устройствами. Линза обеспечивает защиту от синего света, блокирует 34% видимого света. И этот показатель превышает защиту, которую мы получаем, используя ведущие бренды очковых линз с так называемым блю-блокером, защитой от синего света. Замечательная опция для тех пациентов, кто носит очки защиты от синего света и хочет получить такую же технологию в контактных линзах.
Итак, Total 30, новая категория материалов плановой замены, действительно, пожалуй, настоящая революция в сегменте. Это линзы, которые обеспечивают почти 100% влагосодержания на поверхности, защиту от бактерий и максимальную кислородопроницаемость. Кроме того, линзы доступны не только в сфере, но и в торике. Ну и что касается ухода, раствор совместим со всеми видами средств ухода за мягкими линзами, многофункциональными пероксидными растворами. Ну, конечно же, мы рекомендуем наш лучший раствор OptiFree Pure Moist, который обеспечивает длительное увлажнение. Итак, линзы доступны в сфере и в торике. Познакомиться вы сможете на нашем стенде. И пациенты, которые получат максимальное преимущество от этой технологии, это те, кто уже пользуется плановой заменой, те, кто собирается носить линзы и хочет попробовать плановую замену, а также пользователи однодневок, которые рассматривают для себя переход на линзы плановой замены. Коллеги, спасибо большое, ждем вам в нашем стенде, и мы сможем вам показать не только линзы, но еще и новые инструменты для работы с пациентами Клуба профессионалов «Мои глаза». Спасибо большое за внимание.